Здравствуйте, друзья! Сегодня хочу продолжить тему рассказов о зарубежном опыте применения газобетона и поговорить немножко не об открытиях британских ученых, но об их технических наработках, об опыте применения газобетона в Великобритании. Вернее, не так, не обо всем опыте применения газобетона в Великобритании, а только об опыте применения газобетона в великобританских фундаментах. Газобетон за рубежом применяется широко. Есть страны, начавшие применять его раньше, чем мы, есть идущие следом за нами. Россия в основном советская традиция применения газобетона во многом самобытна, но также во многом основывается на опыте континентальной Европы. В первую очередь на германском и на скандинавском. Многие наработки немецких, шведских и финских строителей были использованы в Советском Союзе и теперь, благодаря второй волне технических заимствований, прошедшей в 90-х и ранних 2000-х годах, теперь мы широко адаптируем именно германский, польский и скандинавский опыт. За нами следом идет Китай, который во многом адаптирует советские наработки в применении газобетона. Но в целом стран много. Во многих из них есть очень самобытные решения, например, французские, американские решения очень интересные. Я надеюсь, что у меня хватит времени и появится возможность рассказать о них. Сегодня, однако, великобританский опыт применения газобетона в фундаментах. В Великобритании есть своя ассоциация производителей газобетона, но основных игроков на рынке три, можно сказать. Это H+H, купивший в свое время сеть заводов Силкон, это Durex. Такое название, я думаю, у многих на слуху, но это производитель газобетона, принадлежащий группе Tarmac. И, как и во всех европейских странах, там есть представительство Xella, которое завозит на остров газобетон, произведенный в Бельгии, в первую очередь. Итак, наработки, сделанные на острове британскими учеными от строительной науки. Значит, газобетон широко применяется в фундаментах. У нас кирпичные и шире вообще каменные стены фундаментов практически ушли из практики. Давно их вытеснил бетон, сборный, монолитный, фундаментные блоки бетонные для монтажа краном. А в Великобритании остался ручной труд. Фундаменты кладут в виде каменной кладки. Применяемый там газобетон, ну, в целом вообще на острове производится газобетон плотностью от 400 с небольшим до почти 800 килограмм. Оборудование там достаточно старенькое в среднем по стране, поэтому такие плотности с невысокими относительно прочностями. Так вот, плотность от 400 используется в фундаментах. Прочность при этом там примерно в пересчете на наши классы, это было бы B2, B2,5, M25, наверное, примерно так. Применяются в фундаментах практически без изоляции, но об этом чуть позже. Вот этот слайд я еще повторю. Покажу, что гидроизоляция проводится только на уровень 150 мм ниже уровня грунта и дальше до горизонтальной гидроизоляции. Газобетон для фундаментов – это декларация производителя. Стандартные блоки, значит, Силкон Foundation Block, H+H. Плотность 600 здесь, прочность, ну, пересчете на наш был бы примерно B3, чуть-чуть пониже. Теплопроводность расчетная 0,15 в условиях эксплуатации. Ссылки на эти бумаги размещу внизу к видео. Газобетон для фундаментов, опять же H+H, великобританский производит, это... А, ну вот, собственно, цифры написаны. Плотность 460 кг на куб, при этом допуске плюс-минус 50, то есть от 410 до 510 кг. В пересчете на наши понятия это было бы марка по средней плотности D450, D500. Ну и такого большого разброса у нас бы не допустили. Прочность. Наши М25 или наши B20, примерно такие значения. Но меня здесь, вот именно про эти блоки рассказывая, которые называются
Ну вот они. Что меня здесь удивляет, значит, газобетон, применяемый для фундаментов, ладно, пусть применяется. Как декларируется теплопроводность? Что они пишут? Газобетон, который имеет плотность 410-510 кг на кубический метр, его сухая теплопроводность заявляется 0,1 Вт на метр на градус. Теплопроводность в защищенной кладке, то есть снаружи от которой есть либо кирпичная облицовка, либо навесная облицовка, либо штукатурка, имеет расчетную теплопроводность 0,11. Газобетонная кладка, которая эксплуатируется без наружной отделки, в стенах и в цоколях 0,12 расчетная теплопроводность. И кладка, которая эксплуатируется в грунте ниже уровня земли, имеет расчетную теплопроводность 0,17. Меня в восторг приводят все четыре цифры. Они процентов на 25, а то и на 30, ниже того, что можем себе позволить декларировать мы. Ну, процентов на 20 для сухого состояния, на 25-30 для эксплуатационной влажности. Наши европейские коллеги гораздо более оптимистично смотрят на свою продукцию. Дюрекс. Те же самые значения для фундаментов. Вот, собственно, назначение блок. Блок в том числе для фундаментов позиционируется. Та же самая плотность 410-510. Та же самая теплопроводность. Те же прочности. Термолайт Иркрит. Еще один производитель. Специально для фундаментов блоки. Плотность 470, прочность, ну, наши B2,5 в лучшем случае. Вот, собственно, назначение. Фундаменты, стены с зазором, однослойные стены. Три области применения основных. Дальше идем. Методичка. В Великобритании основную работу по развитию и продвижению газобетона ведет тамошнее подразделение H плюс H. Соответственно, их методички наиболее полны из свежих. По состоянию на начало 2000-х были цилконовские хорошо проработаны и дюрексовские. А нынешних дюрексовских я не нашел, ну хотя искал очень поверхностно. Так вот, что у нас в методичках H плюс H сказано про фундаменты? Об этом скажу чуть позже. Вот, ну, чуть позже, не в этом видео. Отдельно хочу рассказать о несущих стенах. Здесь только обращу внимание, что показано, если у нас трехэтажный дом, то стена первого этажа должна иметь толщину не меньше 140 мм. Для стен двухэтажного дома требование к толщине отсутствует, принимается, что стена может иметь толщину 100 мм. Несущая стена. И к фундаментам опять. Значит, вот они блоки, вот они как применяются, вот их назначение, либо пустотные фундаментные стены, когда это межсекционная, либо стена. А, собственно, не знаю, какое еще бывает назначение. Скорее всего, межсекционное. Либо при толщине блоков от 215 мм это однослойная фундаментная стена. Укладываются прямо в грунт, без бетонной подушки. Правила проектирования. Ну, сначала вот этот слайд покажу, который показывает нам, как нужно гидроизолировать газобетон, находящийся в грунте, с точки зрения британских норм проектирования и строительства. На 150 мм мы опускаем битумную краску, так у них называется битумная мастика, на 150 мм ниже уровня отмостки и не меньше, чем на 150 мм поднимаем от отмостки. Дальше устраиваем горизонтальную гидроизоляцию, и на этом вопрос защиты от воздействия влаги и мороза закрывается. Все. Кладка достаточно защищена для того, чтобы эксплуатироваться. Вот это расписано чуть иначе картинками и текст. Я думаю, что если кто-то остановит на паузу и развернет на весь экран, то текст будет читаться. Сказано, что морозостойкость достаточно для того, чтобы конструкция эксплуатировалась в грунте, в зоне попеременного увлажнения, высушивания, соответственно, замораживания, оттаивания. И отдельно большой акцент делается на работу в грунтовых условиях. В грунтовых условиях в первую очередь акцент делается на сульфатостойкости материала. То есть предполагается, что сульфатсодержащие грунтовые воды могут
повредить каменную кладку, эксплуатирующуюся ниже уровня поверхности грунта, поэтому каменная кладка такая должна быть достаточно сульфатостойка. К газобетону это относится в полной мере, поскольку он сам в своем составе содержит сульфаты, поскольку мы при его производстве применяем гипс в той или иной форме, в небольших количествах. Собственно, на этом рассказ связанный практически закончен. Видим, что из континента завозят к Селло технические решения на остров, то есть это британское подразделение Итонга. Их методичка для местного локального применения тоже показывает нам стены подвалов, выполненные из газобетона, стены подвалов с наружной гидроизоляцией, изнутри без гидроизоляции. Предполагает, что такая стена достаточно защищена для эксплуатации в реальных условиях. Второе решение тоже стена подвала с наружной гидроизоляцией. Это современный буклет, это не какой-то там 80-х годов. Это современный после 2015 года. Поэтому перейдем к выводам. Значит, существуют разные традиции применения газобетона. Британское. Широкое применение газобетона в фундаментах и тонких несущих стенах. И континентальное. Ограниченное применение газобетона в фундаментах и кладка большей толщины. Вот, собственно, две традиции так и живут. Они не противоречат друг другу, но делают акценты на разном. Второе. Применение газобетона в фундаментах в Великобритании практикуется достаточно широко. И третье. Применение газобетона в стенах подвалов и цоколей практикуется широко по всей Европе. От выводов можем перейти к советам от меня. Применять газобетон ниже уровня грунта нужно с осторожностью. Это первый совет. То есть применять формально для наружных стен подвалов у нас нельзя по требованиям СП каменной армокаменной конструкции. Это в первом же разделе записано. В разделе, касающемся правил подбора материалов для тех или иных конструкций. Второе. Теплоизолированный газобетон ниже уровня грунта в климате России покажет ту же стойкость, что показывает в климате Великобритании. Не теплоизолированный, но то есть достаточную для того, чтобы строить здание с расчетом сроком службы уж всяко более 50 лет. Теплоизолированный газобетон будет ограниченно подвергаться замораживанию и оттаиванию, поэтому его ресурс морозостойкости практически не будет исчерпываться. И третье. Гидро- и теплоизолированный газобетон ниже уровня грунта можно рассматривать как эксплуатирующийся в защищенных условиях. Он будет достаточно сух, он будет защищен от замораживания и он будет защищен даже от увлажнения. Этого достаточно для того, чтобы применять его для важных, достаточно ответственных конструкций. Вот. Такой мой краткий рассказ о британских ученых и о газобетоне в фундаментах Великобритании. На этом спасибо большое за внимание. Я прощаюсь. До новых встреч.